Вернувшись, они приготовили мази для тела. В субботу они отдыхали согласно закону. В первый же день недели очень рано они пришли к могиле и обнаружили, что камень отвален. Войдя внутрь, они не нашли тела повелителя Иссы. Вы ищете живого среди мертвых. Его здесь нет, он воскрес. Вспомните, что он говорил вам еще в Галилее. Неспосланный как человек должен быть предан в руки грешников, распят и на третий день воскреснет.